Межрегиональный турнир «Мемориал Андрея Якутова» проходит уже в 25-й раз. На эти соревнования приехали более 800 спортсменов со всей Сибири, а также из Уральского федерального округа, из города Благовещенска и Казахстана, чтобы почтить память каратиста Андрея Якутова. Он одним из первых начал развивать карате кио-кусинкай в Новосибирской области. В рамках турнира каратисты приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области по карате. Соревнования проходят в разделах ката. Это формальные упражнения, по результатам выполнения которых судьи оценивают и отдают победу более лучшему спортсмену. И в разделе кумите. Кумите – это спарринги, в которые побеждает спортсмен, который нанес больше ущерба своему сопернику. Возраст участников от 8 до 18 лет. Есть спортсмены постарше. Стиль кио-кусинкай – это яркие зрелищные бои с мощными ударами и ногами, и руками. Свое мастерство, опыт и умения демонстрируют в полноконтактных боях и девушки. Участники до 17 лет соревнуются в снаряжении. Стоит отметить, что в турнире принимают участие сильнейшие спортсмены. Эти соревнования для меня начало сезона. Очень ответственный турнир. Собралось очень много опытных, хороших бойцов. Призеры первенств и чемпионатов мира, Европы, России. Отличный шанс показать себя, проявить, опробоваться в этом сезоне, в этом возрасте. По итогам соревнований в командном зачете на третьем месте команда из Казахстана, на втором – каратисты из Кемеровской области, а первое место заняла команда Новосибирской области.